Несмотря на 30-градусный мороз, болельщики медленно, но верно заполнили арену. Все-таки вывеска матча подкупала. Сегодня казахстанское дерби на Караганды-арене Сары-Арка встречается с усть-каменогорским «Торпедо». Матчи этих команд всегда проходят сумасшедшим накалом, где много борьбы, много заброшенных шайб. Что ж, посмотрим, что будет сегодня. Тем более специально на матч приехал внушительный десант фанатов с восточного Казахстана. Около 50 человек загрузились в 3 автобуса, чтобы поддержать в Караганде свою команду. Но и наши болельщики особенно подготовились к этому матчу. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Пойдемте. Дерби — это вот, это хорошо. Это в смысле, да, интересно. Просто две казахстанские команды как бы играют вместе, вдвоем, в одной лиге. И как бы посмотреть, чей уровень повыше будет. То есть восточного Казахстана или, допустим, Караганды. Матч можно назвать равным, если бы не второй период, в котором карагандинцы перебросали своих гостей в 4 раза. При этом вопрос о победителе беркуты разрешили только в третьем периоде. До этого в двух отрезках команды обменялись голами. В первом забили Мютюнен и Белухин, во втором — Панчин и Токарев. В заключительной же 20-минутке победу желто-черным принесли Зубрицкий и Раенко. 4-2. Ну, конечно, дерби. Принципиально матч для нас, для болельщиков надо было праздник устроить, проиграли последнюю игру с ними. Надо было отыгрываться, настроение поднимать, так и так, ничего такого. Кстати, дерби в этот вечер было не только у хоккеистов. Танцевальный баттл устроили и чирлидерши обеих команд. Ради этого в Караганду впервые в истории ВХЛ приехала группа поддержки из восточного Казахстана. Такой момент задевает, хочется показать себя лучше со всей стороны, доказать, что карагандинцы лучше, красивше, техничнее и так далее. Мы не агрессивно настроены, наоборот, приехали поддержать свою команду, показать себя, посмотреть, что умеют девочки здесь, ну и показать друг другу, на что мы способны. В грации, пластике и технике победителей выявить не удалось. Боевая, но красивая ничья. Ну а следующий матч Сары-Арка проведет 26 ноября в среду. На Караганды-арене с нашей командой клюшки скрестит Ермак из Ангарска. Виталий Несибаев, Жайнат Джаксыбаев, Роман Копылов, Казахстан, Караганды.